В новом выпуске программы «Проще говоря» вы познакомитесь с резидентами мурманского стендапа Дмитрием Амелькиным и Иваном Политовым. Ведущая Кристина Харатова выяснит, можно ли в нашем городе заработать на жизнь шутками. Шуток много, но как в них не запутаться и ничего не забыть? Поставил в кулису монитор, ну такой телетекст себе поставил. И Ваня сказал: «Вань, ну придется тебе посидеть». И Ваня сидел, кликал презентацию, там больше 100 страниц было, и начал делать проходы сначала влево, сначала вправо, я читал первую часть шутки, разворачивался, как бы шел в другую сторону сцены и уже говорил допивку. Кто вытесняет КВН из большого юмора? С появлением Comedy Club стало немножко чуть похуже. Похуже у КВН, я имею в виду, дела. Не в смысле КВН стал хуже, а у КВН похуже дела стали. Потом пришел интернет, нам все попортил. Опять же, говорю, попортил в кавычках. Потом, растаскивается внимание. То есть, как в интернете быстрее появляется все то, что можно пошутить. Сколько платят стендаперам? Сколько ты зарабатываешь? Давайте включаем Юру Дудя. А если честно и без шуток, можно ли прожить в Мурманске на юморе? Да нет, конечно. Конечно, нет. Тяжело, да нет, не прожить, конечно. Всю правду о современном мурманском юморе можно узнать в программе «Проще говоря» на телеканале Arctic TV. Не пропустите, будет интересно.